Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 1 августа, и рубрика «Дачный сезон» продолжает свою работу. Итак, я нахожусь на грядке сейчас с кабачками. Да, вот только что, да, я вам рассказывала о том, что, значит, я сняла два кабачка, да, уже зрелых, и отправила их на хранение на зимовку. Да? То есть, как обстоит дело на грядке с кабачками, да, я вам уже сейчас рассказала. Итак, я сейчас вот хочу рассказать еще о петрушке, о нашей, которую вот я сейчас после дождя уже порыхлила. То есть она достаточно такая уже средних размеров, да, то есть укроп я уже сорвала с корнем, да, отправила его уже на хранение, то есть его засушила и отправила на хранение на зимовку. Значит, вот петрушку, которую мы посеяли, да, вместе с укропом в один день 24 июня, то есть петрушка вот уже достигла таких средних размеров, и после дождя я ее порыхлила слегка. Вот, и вот сейчас, значит, я стою опять же вот в этом месте, да, под яблоней, где располагается моя грядка. Вот, и я хочу вам показать вот те самые цветы, да, лилии, о которых я рассказывала в предыдущем ролике, которые были на заднем плане, да, два замечательных цветка, две лилии. Но просто я боюсь, что до следующего выпуска, да, эти цветки могут опасть. Вот, и именно вот сейчас, да, я хочу показать эти замечательные, красивые лилии, которые растут в нашем саду, именно вот располагаются вот под этой яблоней, да, нашей раскидистой яблони Антоновка, о которой я вам рассказывала также, да, в предыдущих роликах. Вот, то есть вот эти замечательные цветы, это вот те самые лилии, которые здесь каждый год. То есть это их место такое постоянное, да, и каждый год вот они здесь в этот момент, именно, да, в августе месяце, то есть к концу июля, да, в августе, они распускаются, да. Вот они мне очень нравятся, эти цветы, вот. То есть у них такие замечательные цветки, красивые, да. Вот. Цветок такой очень необычный. И вот здесь как бы они располагаются под нашей яблоней. Также. Ну, они очень быстро отцветают. В течение некоторого времени они цветут. И очень быстро, да, отцветают. И вот эти вот их шапочки, да, цветочки, они облетают. Да, и остаются одни стебли. Поэтому вот я спешу с вами поделиться, да, вот этой необычайной красотой, которая здесь цветет каждый год. Вот. И, значит, наша грядка с петрушкой, значит, вот петрушка, которая также уже достигла средних размеров. Вот. Значит, я порыхлила ее сейчас после дождя. Вот. Значит, мы ее выращиваем дальше и также отправляем на хранение на зимовку, так же, как и укроп. Достаточно средних размеров вообще петрушечка. Ну, к сентябрю месяцу она подрастет еще больше, и тогда ее уже нужно будет вырвать с корнем, также, да, вырвать с корнем и отправить на хранение на зимовку, да, так же, как и укроп. Ну, вот как бы о чем сегодня я хотела с вами поговорить. На сегодня все. Всем желаю хорошей погоды и хорошего урожая.